22-й турнир по борьбе дзюдо состоялся в Мурманске. Юные спортсмены со всего Заполярья приехали показать свое мастерство. Уже больше 20 лет в столице Заполярья проводится ежегодный турнир по дзюдо памяти Ивана Алексеевича Бородулина, советского разведчика, кавалера Ордена Славы и почетного жителя города Мурманска. Со всей области юные спортсмены приезжают показать свое мастерство. Мы часто говорим, что ребята, занимающиеся спортом, в первую очередь, имеют достаточно хорошее здоровье. Ну а если посмотреть глубже, ведь спорт вообще-то это командное действие, потому что участие в спорте, вот в соревнованиях и просто каждодневной тренировке, ребята, помимо того, что они учатся выносливости, силе, они, во-первых, учатся работать в команде. Это очень важно, и в будущем им очень пригодится. Спортсмены признаются, если начал заниматься дзюдо, то останешься верен этому виду спорта на всю жизнь. Так, депутат Олег Ноздрачев сегодня не только дал юным дзюдоистам наставления и ценные советы, но и сам вышел на татами. Смотрю, конечно, немножко критически. Смотрю ошибки, смотрю, как они двигаются, как работают. Ну, с позиции тренера. А вообще рад за них, что у них очень хорошая подготовка. У них большая перспектива и будущее, если они будут заниматься в таком же темпе, с таким же напором и настойчивостью. Но прежде всего хочу поблагодарить тренеров, которые свою душу, силу, сердце свое вкладывают в этих ребят. Это дорогого стоит. Перед соревнованиями ребята, конечно, волнуются, продумывают стратегию боя. У каждого свои тактические приемы. Тут очень хорошая техника, и большая скорость и побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто техничнее и у кого более развит ум. К поражению юные спортсмены относятся философски. Считают, что без падений не бывает взлетов. И нужно уметь принять проигрыш, найти в себе силы и не бросить занятия. Поражение нужно принимать правильно. Нужно понимать, что это опыт, и учиться на своих ошибках. Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории награждаются кубками, вымпелами и дипломами. Также для ребят учреждены специальные призы.